Клиент создания нежные и капризные, требует внимания и пунктуальности. А продавцы всего лишь люди, которые могут накосячить или пропустить что-то важное. Автоматика ничего не забывает и никогда не ошибается. Клиентосбережение – лайфхак номер 4. Автоматизируйте свои продажи. Пусть рутиной занимается CRM. Спусковые крючки, триггеры, автоматически запускают роботов, реагируя на действия клиентов. Например, на посещение сайта, звонок, заполнение формы. Роботы – это помощники менеджеров, которые выполняют нудные задачи. Клиент заполнил форму на сайте. Запускается робот, который ставит менеджеру задачу связаться с покупателем. Автоматически отправляет письмо или SMS. Он запустит в сети рекламу на этого клиента, пока продавец будет уничтожать запасы кофе на кухне. CRM будет сама вести все сделки. Настроить автоматику под компанию нужно всего один раз, и это задача руководителя. Научить менеджеров продавать CRM не в силах, но она всегда подскажет, напомнит и проконтролирует.